Ведущий, но это Брук Лихан и Сергей Вайпан. Лишь только две спортсменки в короткой программе упали дважды до того, как вышла на лед Брук Лихан. Но и ведь тот венгерка не попадает в произвольную программу. Скорее всего, все-таки впереди выступление спортсменок значительно сильнее нее. А Ангелина Кучвальска уже попала. Причем, похоже, с последним результатом, который даст возможность оказаться в произвольной, будет... Там именно Ангелина Кучвальска. Брук Лихан, похоже, не видать произвольной. Как бы не хотелось ей верить в обратное. Вот и первое ребро. Зафиксированное технической бригадой. На тройном луце у австралийской фигуристки. Недокрут и падение с двойного акселя. Совсем низкие оценки у Брук Лихан будут в итоге. Ну,
Мне осталось только подвести предварительные итоги после выступления 4 групп участниц и 23 спортсменов. Конечно, очень жаль терять на этом чемпионате Киру Корпи, но, возможно, ее в качестве почетной гости пригласят на церемонию закрытия, если таковая состоится, или же на показательные выступления. Корпи — это помимо того, что коса, это плюс ко всему еще и, конечно, невероятное эстетическое удовольствие. Ну а пока можем констатировать, что по итогам короткой программы Ален Шартран, наверное, продемонстрировала наиболее приятное глазу катание, и это не укрылось от судей и тех бригады. Ален Шартран более 60 баллов набрала. Вполне себе гроссмейстерская сумма за короткую программу. И да, Джада Руссо, еще одна итальянка, сейчас пробивается в произвольную программу. Так и есть, две итальянские спортсменки в произвольной. Ангелина Кучвальская не последняя среди тех, кто окажется на льду в произволке. Здорово, Родегьеро Руссо. Отличная замена Каролине Костнер и Валентине Маркей. Пусть пока и не равноценная.